карие планеты, нету физиков, нету лириков. Лилипуты или поэты, лилипуты или поэты, лилипуты или поэты. Лилипуты или поэты. Независимо от работы к нам, как оспа, привился век ошарашивающий. Кто ты, кто ты, кто ты, кто ты, кто ты? Нас заносит, нас заносит, нас заносит, как велотрек. Кто ты, 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 кто ты? Я брожу посередине века, и я сам среди лавин, вроде снежного человека, вроде снежного человека. Абсолютно, абсолютно, абсолютно неуловим. Кто ты, 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 кто ты. Не надо говорить о своих неудачах, когда их слишком много, это даже стыдно. Сегодня удивительно неудачный день, будто что-то случилось с машиной, отмеривающей неудачи. Что-то сломалось, и они посыпались на меня. Так, как не сыпались никогда. Осень, я выхожу на улицу. Осень, вот уж действительно не повезет, так действительно не повезет. А все же надо бы кому-то рассказать, не жаловаться, нет, а просто так снять трубку и кому-то сказать. Знаете, а мне что-то все не везет и не везет, просто до смешного. Осень. Поднимаюсь по лестнице, открываю дверь. Английским ключом в моей комнате никого нет. Она холодная, пустая. Это осень. Это осень. Да, осень. 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 Семиструнная играет, как волна. Это просто семиструнная играет ангара. Но и звезды, и костры, но и снег, и солнце. Кто так чувствует, как мы? Первые эшелонцы нашей жизни на кону. Наши жилы лопаются, трудно нам, как никому. Первоэшелонцы, но и звезды, и костры, но и снег, и солнце. Кто так чувствует, как мы? Первоэшелонцы.